А, траекторию ты посмотрел, да? Да. Вот четко вот так вот. Ну так она прошла. Как раз между лучами получается. Все. Вот сейчас будет съемка. Сейчас будет тот самый. Киевского пункта подъезда. 158. Все, пошли по курсу, все расставляем. Мы волонтерская группа аэроразведка, вот, которая занимается проведением аэроразведки в зоне АТО. Вот мы работаем на разных секторах. Ну, вот, ну и основная задача, которую мы ставим, это создание технологии, которая была бы приемлемая для военных, для обеспечения их качественными аэрофотоснимками, да, там и видео. Это очень дорого. Вот. То есть это дорого, понятно, что это в разы меньше, чем стоят танки, там и БМП, и снаряды. Вот. Ну, порядка там один коптер стоит порядка 20 тысяч долларов. Вот. И сейчас мы, уже это у нас пятый выезд в зону АТО. Мы пробовали разные модели, совершенствовали непосредственно коптеры, совершенствовали то, что относится к видео-фотосъемке в разных режимах. Вот. И на сегодняшний день уже так более-менее вышли на оптимальные варианты. При этом готовим серийное производство коптеров для того, чтобы это было не единичное, чтобы это было действительно массовое явление на фронте. Для нас самое важное, что техника надежная, которая способна даже в условиях очень плотной стрельбы возвращаться домой.